Москва, 7 июня 2023 год. И вот здесь сегодня стоит одиночный пикет национального освободительного движения, рабочее объединение межрегиональных штабов. Пикете стоит Денис Лыков напротив посольства Исландии. Вот с таким плакатом «Народ Исландии не поддерживается фашизм НАТО». Здравствуйте, Денис. Почему с таким плакатом здесь сегодня? Здравствуйте, друзья. Мы знаем, что в прошлом веке Соединенные Штаты Америки организовали такую организацию НАТО. Вот, эта организация была организована против России, то есть тогда против Советского Союза, но и сейчас против России. Они пытались уничтожить Россию, организовав тогда Гитлера в Германии. И, по сути дела, сейчас они ведут такую фашистскую политику, используя инструмент НАТО. То есть, втянув в эту организацию многие страны, в том числе и Исландия. Вот. И сегодня я встаю с плакатом, чтобы народ задумался и сделал правильный выбор. Потому что сейчас идет восстановление многополярного мира. Мы знаем, что с утратой, с разрушением Советского Союза в 90-е годы образовался однополярный мир. Сейчас наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин восстанавливает его, и к этому, к России, которая является лидером национального освободительного, международного освободительного движения, присоединяются многие страны, которые хотят освободиться от оккупации Соединенных Штатов Америки. И вот у Исландии, которая состоит в НАТО, тоже есть такая возможность выйти из НАТО и встать на путь свободы, освободиться от того давления, которое оказывает на них Соединенные Штаты Америки, и встать на путь освобождения, на путь свободы, как это делали все страны во все времена, которые хотели выжить. Спасибо. Поэтому и такое обращение. Народ Исландии, не поддерживайте фашизм НАТО и выходите из вот этой ОПГ НАТО. Вот это, значит, посольство и вот флаг Исландии.